После окончания уроков у младших классов ребятня высыпала на улицу, но не праздности ради. Сегодня в Лопатинской школе стартовала акция, в ходе которой мальчишки и девчонки, а также их родители, посадят несколько десятков различных деревьев. Школа у нас новая, и мы очень хотим, чтобы она со временем расцвела, как настоящий сад. И вот наши родители и дети сегодня в рамках акции «Посади дерево от класса» сажают деревья. Действительно, жилой комплекс «Государев дом» не самый зеленый район Ленинского городского округа. Да и те деревья, что посажены здесь, пока еще не очень высокого роста. Такая же ситуация и вокруг школы. Наша телекомпания тоже решила принять участие в посадке зеленых насаждений. Стоит отметить, что самое активное участие в акции «Посадить дерево от класса» приняли родители. Они сами приобрели саженцы, землю и удобрения. Не обошелся и сам процесс озеленения без их участия. Всем было очень интересно, все хотели поучаствовать, потому что территория школы новая и абсолютно не озеленена, и поэтому мы хотим ее украсить и с детьми на выпуске уже увидеть эти красивые большие деревья. В настоящий момент уже около 20 классов посадили свои деревья. Но акция не будет ограничена одним днем. Несмотря на то, что мероприятие носит название «Посадить дерево от класса», многие школьные коллективы сажают по 2-3 растения. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.